Welcome! Добро пожаловать! На этом канале я буду не только знакомить вас с интересной лексикой и грамматикой, но и давать вам возможность практиковаться вместе со мной. Сегодня мы практикуем Future Simple. Итак, я озвучу три ситуации о разных людях. И мы с вами вместе придумаем, что же эти люди будут делать дальше в этих ситуациях. Ситуация первая. Майкл переехал в другую страну. Michael moved to another country. Что он будет делать теперь? Что он будет делать дальше в этой стране? Давайте подумаем. What will he do now? What will he do next? Возможно, он будет искать работу. Может быть, он поступит в университет. Или, возможно, он откроет свою компанию. Почему бы и нет? Давайте переведем все три варианта. Ну как, справились? Maybe he will look for a job. Maybe he will enter university. Perhaps he will set up a company. Если у вас есть другие варианты, пожалуйста, делитесь ими в комментариях под данным видео. Мы обязательно переведем их вместе. Ситуация вторая. Том и Линда купили загородный дом. Tom and Linda bought a country house. What will they do next? What will they do now? Чем они не займутся теперь? Что они будут делать сейчас? Ну, наверное, они начнут выращивать овощи. И, возможно, они начнут проектировать свой сад. Давайте переведем эти варианты. Итак, мои варианты перевода. Maybe they will start growing vegetables. Или maybe they will start to grow vegetables. Perhaps they will start designing their garden. Perhaps they will start to design their garden. Ситуация номер три. Джон открыл свою компанию. John set up a company. What will he do now? What will he do next? Что он будет делать сейчас? Сходу мне приходят два варианта. Он начнет продвигать свой бизнес, и он наймет больше людей. Если у вас есть еще варианты, делитесь ими в комментариях под данным видео. Мы обязательно их переведем. А пока переведем уже готовые варианты. Ну что, готовы? He will start promoting his business. Или he will start to promote his business. И he will hire more people. He will employ more people.
Michael moved to another country. What will he do next? What will he do now? Well, maybe he will look for a job. Maybe he will enter university. Perhaps he will set up a company. Tom and Linda bought a country house. What will they do next? Maybe they will start designing their garden. Perhaps they will start growing vegetables. John set up a company. What will he do now? I think he'll employ more people. He will hire more people. And he'll start promoting his business. Ну что ж, на сегодня у меня все. Я закончила снимать видео. I have finished for today. And what will I do next? What will I do now? Of course, I will edit the video. Буду монтировать видео. Bye for now.